Сегодня на Олимпиаде в Рио разыграют 16 комплектов наград. Белорусские атлеты будут состязаться в двух видах спорта. Бегунья Алина Талай поборется за награды в своем коронном виде – 100-метровки с барьерами. На старт предварительных забегов на дистанции 800 метров выйдут Марина Арзамасова и Юлия Король. В квалификационных заездах байдарок-одиночек примет участие белоруска Марина Литвинчук. Также сегодня за выход в финал будут бороться белорусские метатели молота Иван Тихон, Павел Барейша и Сергей Коломеец. Могилевскую область посетили наблюдатели миссии ОБСЕ из Норвегии, Великобритании и Швеции во главе с заместителем председателя Ассамблеи ОБСЕ, специальным координатором на парламентских выборах в Беларуси Кентом Харстедом. Международные наблюдатели посетили окружные комиссии и отметили высокую альтернативность в предстоящих выборах. Для мониторинга выборов в Нижнюю палату белорусского парламента аккредитованы 7 наблюдателей от ПАСЕ, 2 от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, ранее от БДИЧ ОБСЕ аккредитацию получил 51 представитель. В Беларуси идет подготовка к проведению учений миротворцев стран ОДКБ «Нерушимое братство 2016». Накануне на аэродроме в Барановичах встретили контингент из России. Также в учении примут участие миротворцы из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Партнеры по ОДКБ отработают вопросы взаимодействия при выполнении миротворческих задач. «Нерушимое братство» стартует 23 августа на полигоне Абус-Лесновский в Брестской области.